Да, когда я начинал этот сезон Happy Go Lucky, я не думал, что он настолько затянется из-за одного игрока. С каждым выпуском ситуация, то, что мы не можем поймать Марсела, становится все более комичной и комичной. Появляется множество мемов. И, например, как вариант, вот этот вот мем с Фифача. И давайте проведем небольшой интерактивчик с вами. До конца этого сезона Happy Go Lucky вы можете предлагать в мою группу ВКонтакте свои мемы про Happy Go Lucky, про Марсела и про все остальное. И каждый выпуск вначале я буду показывать один из лучших и передавать привет автору. Группу ВКонтакте можете найти в описании. Ну и само собой ролик сделан при поддержке нашей любимой букмекерской компании 1xbet. Здесь всегда высокие коэффициенты, большие выигрыши и быстрые выплаты. Регистрируйся на сайте самого надежного букмекера прямо сейчас. Всем привет, друзья! Меня зовут Денчик, и сегодня у нас продолжение того самого легендарнейшего сезона Happy Go Lucky, где мы поймали абсолютно всех за исключением того самого кудрявого левого защитника по имени Марсела. Да, много троллей на футхеде нынче вот. И Марсело из Лиона, и куча левых защитников-бразильцев, но того самого мы никак поймать не можем. Но мы можем и мы должны сделать ачивку за Серхио Рамоса, забить всего лишь навсего еще один гол с углового и взять его Тоти-карточку. К тому же у нас есть условие, что как только мы берем Тоти-карточку Серхио Рамоса, то мы с каждым выпуском увеличиваем количество карточек, которые мы с вами открываем. В первом выпуске увеличиваем в 2 раза, во втором в 3 раза, и так пока не поймаем Марсело. А этого засранца мы обязательно поймаем его на футхеде, куда мы сейчас с вами отправимся, откроем 10 золотых игроков. Ну что же, в очередной раз мы находимся с вами на футхеде, где в очередной раз откроем 10 золотых игроков, где в очередной раз нам, конечно же, не выпадет Марсело. Нет, 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 и последний игрок, нет. Ладно, ищем первого соперника. И у первого соперника неплохая очень защита, но достаточно слабенькая полузащита и нападение. Хотя рейтинг общий 190. Увы, единственное соединение с соперником разорвано, и мы с вами, получается, сейчас пойдем на футхед и откроем 5 золотых игроков. Достаточно быстро все закончилось, не успев даже начаться, и 5 золотых игроков за разрыв соединения мы с вами все равно откроем. Мало ли вдруг эти 5 игроков нам принесут того самого любимого нашего Марсела, которого мы с вами ждем уже очень давно. Но нет. Ну и у второго соперника полузащита и нападение явно посильнее, чем у прошлого. Так, сейчас может получиться крайне неприятно, и на отскоке сейчас добивает Алессандрини, неудачно отбил Де Хея. А вот это, посмотрите на эту атаку, и Криштиану Роналду сравнивает тут же счет, по сути. И сейчас можем сразу же провести еще одну атаку, Кевин Де Брюйне неудачно принимает мяч. А ведь там оставалось просто завершать, как сейчас мог завершить Месси. Вот это все читалось опять же, но ничего, ничего, все хорошо, Давид Де Хея лучший. Сейчас очень интересная атака должна получиться. Пас на Модрича, и Модрич завершает. Де Хея просто выручает. Возможно, сейчас что-то получится. Отличная передача на Криштиану Роналду. И Криштиану был в офсайде. Как же так? Потрясающий навес был от Харри Кейна. Нужно быстренько дожимать соперника. Криштиану Роналду просто из убойной позиции не забивает. Харри Кейн отнял мячик. Удар по воротам. Давид Де Хея выручает. И сейчас можно сделать навесик на Месси. Месси тоже головой неплохо играет. Если бы Янг его сейчас не цеплял, он бы мог и через себя долбануть. Так, ребята, последние минуты матча. Де Хея просто намертво забирает. Иначе был бы отскок и был бы гол в мои ворота. Ребят, ну давайте, вот еще сейчас самое тупое будет. Это проиграть на последних минутах в этом матче. А самое топовое будет, конечно же, выиграть. Но подача не идет на Криштиану Роналду. Как же так? Так отвратительно подать, когда, по сути, эта подача могла сейчас все решить. 1-1. 3 игрока за забитый гол и 2 игрока за ничью. В принципе, в ничейке нет ничего страшного, но она у нас с вами получилась нерезультативная, всего лишь один забитый мяч, и поэтому так мало игроков сейчас мы с вами откроем. Но и здесь, в принципе, может выпасть тот самый левый защитник из Реал Мадрида, который нам безумно с вами нужен. Единственное, конечно, вряд ли он нам вообще когда-нибудь выпадет. О, 95 рейтинг, 100 сыгранность. Топовые игроки на всех позициях, это составчик лучше, чем мой даже сейчас. Да господи, что с вами не так, дорогие друзья, что же вы ливаете-то сразу? И вновь 5 золотых игроков на футхеде. Будем пользоваться всеми своими моментами, и этим тоже 5 золотых игроков на футхеде. Рио Фердинанд, нет, нам нужен левый защитник, нам нужен Марсело. Марсело, бразилец из Реал Мадрида. Не вот этот парень, нет. И не этот.
Так, по всей видимости, будет сразу же замена вот этого вот парня сверху, а так очень даже хороший состав. Окей, и вот это сейчас будет офигенная атака. Лео Месси удар, Терштеген отбивает. Можно было, наверное, и подойти. Подача на Серхио Рамоса. Рамос, ну же, давай. Ну вот просто сейчас долбани так, чтобы забить гол. Какой удар, Серхио! Боже мой, это было очень неплохо. Серхио Рамос, еще одна попытка. Но здесь, конечно, не такой хороший удар. И Харри Кейн делает подачу на Лео Месси. Месси головой 1-0. Гений, гений просто. Давайте только сразу сейчас не пропустим, потому что Неймар очень на хорошей ударной позиции, но закрыли. И вот еще один момент для Лео Месси. Удар, и какая пушечка! Просто прошивает Терштегена. Мы снова идем с вами на хэтрик, но получится ли это сделать у нас? А вот это может быть сейчас очень неплохо. Лео Месси удар, пускай не самый удачный, но было опасно. И возможно сейчас Лео, ну просто идеальный момент для хэтрика, как мимо. Ну почему снова это начинается? Я ненавижу таких соперников. Я просто вас терпеть не могу. Закончился первый тайм, он ливнул, у нас у Месси только 2 забитых мяча. 6 золотых игроков, 2 забитых мяча, 5 игроков победа, 5 игроков разрыв соединения. И вновь Месси у нас с вами идет на хэтрик, и вновь у нас с вами он не получается. Уже который выпуск мы не можем сделать хэтрик. 16 золотых игроков, первый игрок нет, 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 и последний игрок нет. Продолжим. Легенды, АПЛ, Бундеслига, очень неплохой на самом деле состав. Ладно, наверное, пора на этом закончить, потому что это уже какой-то просто пипец. Очередной раз соединение с соперником разорвано и 5 золотых игроков на футхеде. По всей видимости, большинство просто смотрит на состав и говорит, да ну нахер, я на это не подписывался. Все боятся состав Happy Go Lucky. Сейчас 5 золотых игроков мы с вами откроем. Эррера это нет. Ну давай, Марсело, ну родненький, ну где-то рядом же ты здесь по-любому. Вот чувствую я, чуйка у меня есть, то что ты прям вот тут-тут-тут. Нет. Сегодня просто какой-то день разрыва соединения. Все заходят, смотрят мой состав и говорят, да ну нахер. После чего жмут паузу и ливают. К сожалению, сегодня мы с вами ачивку за Серхио Рамоса так и не добили. К сожалению, мы вновь с вами не поймали Марсело. Этот мерзавец до сих пор не хочет нам попадаться на футхеде. Но в любом случае, надеюсь, то, что выпуск вам понравился и вы влепите лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, чтобы не пропускать новые ролики. Ну и с вами был Денчик, скоро увидимся.